Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, новенькая модификация, которая очень начинает сильно хайпить Пиби. Глич заражения. В общем, давайте заценим стори-мод. Посмотрим, что у нас здесь. Так, туториальчик, первая неделя и вторая. Ну, я думаю, с первой начнем. Хард Гамбл. Ох, блин, интересный. В общем, опа. Нормальненько так нас встречают. Ребят, честно скажу, я мало что знаю, но... Офигеть. Это... Вы чё, блин, офигели? Я тут... Болел, блин! Скилл весь подрастерял, а вы меня тут сразу бросаете! В общем, мультяшки заражаются глич-вирусом, и это, знаешь, типа новый коррупшн-мод. И, кстати, когда вообще Corruption выйдет? Я ничего не понимаю, ребят. По факту есть фановые модификации, да, про Corruption, но... Всё, молчу, молчу. Капец. Ну и грабли у него, конечно. Буковка Е. Кстати, ребята, вот я не знаю, помните ли вы то время, в общем, на улице можно было такие железяки найти в форме Е. Вот прошу, вот еще одна у нас тут пакля. Вон она. О, боже. Так, не понимаю, что происходит, дружище. Я не смотрел Пиби, но мне кажется, стоит посмотреть, ребята. В общем, все мультяшки заражаются глич-вирусом. Ну, выглядит это круто, правда. Хорош, друзья! Фух, прошли, прошли. Но! Анимация проигрыша-то не посмотрели. Кстати, тут реальчик надо тоже заглянуть, посмотреть. Ой, прошу прощения. Микрофончик. Погнали. Ну серьезно, стандарт. А кто будет петь? Где наша подружка?
Она невидимая. Понятно. Так, хорошо. Мы заходим с тобой еще раз сюда. Так. В общем, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях побольше про это все, потому что я толком не знаю, но надо мне посмотреть обязательно. Это круто, это очень выглядит круто. Ты думаешь, как бы только Гамбл? Не, на самом деле здесь много будет персонажей. Вот, и скорее всего сегодня будет роликов. Слушай, наверное, три ролика аж будет. Поэтому, бро, стандарт. Ну блин, я ожидал чего-то такого, чтобы, знаешь, там бойфренд, чтобы заразился. Это тогда бы вообще круто было бы. Но... потому что я вспоминаю corruption модификацию dog.iv. Как маус. Это... понял, понял. Не нажимать, не нажимать. Не надо нажимать. Джейк, какое время? Бро, время приключений. Тут какие-то слова еще, походу, написаны. Ну, как бы буквы, но... если сложить... охренеть! Ладно, пробуем. Да блин, одна кнопочка! Ай. Ну всего минута, бро, ты ж сможешь выдержать, давай. Это Джейк и Финн, парнишка. Блин, какой же Джейк у нас тут красавчик. На самом деле, иногда прям крипово смотреть «Время приключений». Я смотрел этот мультсериал, но в некоторых моментах прям как-то страшно. Я немного не понимал его. Тридцать секунд. Ну давай, бро, держись, ёкарный бабай. Ну, в принципе, легко. 13 секунд. Мне даже не надо отвечать. Окей! Окей, бро! Так, ну единственное, мы, конечно, с тобой заценим. Биби здесь нету, конечно. А, стой, а что мы заценим-то? Мы с тобой вот... вот анимация проигрыша так-то. А, ну тут можно, конечно, по-секретному кое-что сделать. Нажать одну клавишу. Джейк у нас тут есть. Бойфренд, ага, Гамбл. Вот такой вот он. Вот такой вот он. И Джейк. Все, остальные тут стандартные. Но можно тут также посмотреть вот анимацию. В принципе, как-то так. Ну что же, друзья, на этом все. Надеюсь, вам зашел ролик. Мы с тобой еще обязательно в подобное поиграем. Вот, не забудь поставить свой жирный царский лайк. Бай-бай, дорогой братишка.